В ближайшее воскресенье «Единая Россия» назовет имя своего кандидата в президенты. Все знают, кто это будет. Но каким он будет президентом? Изменился ли он за годы своего премьерства и в какую сторону? Обсуждаем в эту среду за круглым столом с президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым, политологом и депутатом Сергеем Марковым, публицистом Александром Архангельским и музыкантом Сергеем Мазаевым. Смотрите в среду в прямом эфире в 13:40 и участвуйте. Телефон прямого эфира 744-0101. Skype TV Rain.